Франция сделает все, чтобы избежать пожара и эскалации на Ближнем Востоке. Об этом в эфире французского телеканала заявил президент Эммануэль Макрон, комментируя участие французской авиации в отражении иранского воздушного удара по Израилю. По его словам, во время нападения Франция находилась в постоянной координации с Израилем и Великобританией. Франция имеет свою авиабазу в регионе, поэтому ее авиация присоединилась к отражению субботней атаки Ирана. Поскольку мы находимся на территории Иордании, по просьбе Иордании, мы осуществили перехват в рамках охраны и обороны в эту субботу. Воздушное пространство Иордании было нарушено этими запусками. Мы подняли наши самолеты и мы перехватили то, что должны были перехватить. Также французский президент хочет перемирия в Украине и Газе на время Олимпиады. Об этом Макрон планирует поговорить с лидером Китая Си Цзиньпинем, который через несколько недель приедет в Париж. Я его просил помочь. В 2022 году перед нами тоже стояла такая задача перед зимними Олимпийскими играми, которые принимал Китай. Поэтому это также может стать дипломатическим моментом для мира. Из голубя мира в ястреба. Президент Франции Эммануэль Макрон в последнее время остро высказывается и по поводу войны в Украине. Если ранее он более лояльно говорил о Путине, то сейчас готов отправить свои войска в Украину. При этом он заявлял, если Франция все же решится отправить свой контингент, то участие стран НАТО не понадобится.